В этой презентации мы рассмотрим глазное обследование. До начала обследования следует собрать тщательный анамнез. Мы рассмотрим пошаговое обследование глаз. Проверка остроты зрения является первым обязательным шагом для всех больных. Единственным исключением являются химические ожоги, когда требуется безотлагательное промывание глаз. Следует измерить остроту зрения каждого глаза, используя дырчатую диафрагму, если острота зрения ниже 0,7. Следует проверить поле зрения каждого глаза с помощью конфронтационного теста. Также следует проверить подвижность глазных яблок, осмотреть веки и область вокруг них, осмотреть конъюнктиву и склеру, осмотреть также роговицу и радужку, оценить глубину передней камеры и прозрачность ее содержимого, проверить прямую и содружественную реакцию зрачков, оценить прозрачность хрусталика методом прямой офтальмоскопии. С помощью офтальмоскопа следует обследовать глазное дно, включая диск зрительного нерва, сосуды и желтое пятно. Для проверки центральной зоны поля зрения используется тестирование по сетке Амслера. Пациент должен расположить тестовую карту, сетку Амслера, перед собой на расстоянии 35 см, прикрыв необследуемый глаз заслонкой, рукой или повязкой. Пациенту следует сосредоточить свое внимание на центральной точке и в то же время оценить остальную часть сетки. Есть ли зоны, которые он совсем не видит или видит в размытом, затуманенном виде? Доступная техника тестирования по сетке Амслера позволяет пациенту проводить самотестирование в домашних условиях и при наличии вышеуказанных изменений своевременно обращаться к офтальмологу. Снижение остроты зрения является единственным симптомом, позволяющим отличить заболевание, потенциально приводящее к слепоте, от другой, менее серьезной патологии.